Зачем в Китае выращивают тараканов, вы будете удивлены, но ежегодно в Поднебесной выращивают около 6 миллиардов тараканов. А нужны они в первую очередь для создания лекарств, ведь тараканы широко распространены в традиционной китайской медицине. Инъекции и настойки употребляют обычно при язве желудка, гастрите и даже при заболеваниях легких. Фармацевтические компании обеспечивают такими лекарствами 4000 больниц по всей стране, и уже более 40 миллионов пациентов на себе ощутили положительный эффект. Самое главное, что правительство обеими руками поддерживает развитие этой области и регулярно выделяя деньги на производство тараканов, ведь лекарства из них делаются гораздо быстрее, чем обычные, да и по себестоимости тоже выходят дешевле.